Я как чукча. Что вижу, то снимаю. Пришла собирать груши падалицу. Надо косить. Вон она там валяется. И вижу, ну что это такое желтенькое в елочке? И вижу, ой, как гнездышки. Так она удачно в елочку падает. И мягенько, и не бьется, очень удачно. Я вот как не посажу что-нибудь, так потом нахожу информацию, что грушу сажать с елками нельзя. У них общее заболевание ржавчина. Ну, не чтобы в другом месте посадить. Или ту, или другую. Но елки-то раньше, по-моему, были. Вот там груша сладкая, не лежит. Вкусное. Что буду с ней делать, еще не знаю. Тут в чем проблема? Интернет пропал опять. У меня телефон-то слабенький. Памяти нету совсем почти в нем. Мало того, что как чукча, то вижу, что снимаю. Мне надо сразу и сбросить интернет. Ну ладно, в общем, коротко. В общем, знаете, наследники, около елочки груша Чижевского. Ну, к тому времени елку-то надо будет пилить. Это точно. В этом году я ее даже подстричь не успела. Ну, она такая пышненькая.